Ты же меня лечишь специально для этого. О, пластиком запах. Скоро уже снимается. Нет, он должен это самое хорошо прогреться. Пока это плей только сам паяльник. Но я и говорю. Потому что когда я видео смотрел, да, вот он хорошо, делаем новые домики для паучков. Нет, побольше дырочку делай. Это прям совсем ни о чем. Понятно, она еще не нагрета не настолько. Как раз, наверное, это. Во. С толщиной маркера. Ну, наверное, на этот как раз, как его. На толщину самого стержня. Не, ну, кончик я имею в виду. Вот он, где кончик заканчивается. Да, дырочки-то по линейке, конечно, делаю. Ну, и... ничего страшного, ты прямо это самое тут по линейке, да. Ничего, паукам понравится. Я в это верю. Это лучше, чем ихние сейчас домики. Ой. Им сейчас там комфорт. Нет, им здесь будет комфортнее. О, они, кофе они, лишнее было они сегодня. Расти. Похоже. Больше не будешь сегодня кофе пить, оно кончилось. Оно не кончилось, не надо мне. Я видел. Угу. Я буду бухал неделю. Ты как бы ты такие дырочки сделал, интересно мне тем паяльником. Уголочком. Уголочком? Да. Все, больше не надо. Главное разогнаться, и вроде начинаешь попадать. Хочешь сказать, мне надо на всех трех домиках рисовать тебе такие штучки? А? Да и уж попозже. А, наверное, это... Чего? Ну ладно, можно это там было не делать. Где? С самого края. А, как? Ну я поняла, где нарисовала, там это. Здесь просто они немножко по-другому. Я поэтому. Я тебя поняла. По нарисованному. Сомневаюсь, что у меня получилось бы тем паяльником. Ну, так бы точно не получилось. То есть все-таки во мне сомнений есть у тебя, да? Нет, у меня в тебе сомнений нет. Есть сомнения в паяльнике? Да. Кусается. Дым кусается? А? Дым кусается? Нет, пластик горячий. А как это? Ты уже до тебя не должен доставать. Все, все, не надо больше делать дырку, не надо. Дырка, девушка, знаете где? Хорошо, отверстие. У тебя этих пушку там не продают? Нет, не продует. Здесь, я смотрю, прям тоже по линейке было все. Да ты это все на глаз. Какая нахрен линейка? Ты что, издеваешься, что ли? Чтобы на выставку можно было. Кого? Коробочку? Жориков твоих.
Жориков моих на выставку. Да нет, они еще маленькие. Что, они маленькие, недостойны выставки? На выставку везут то, что будут продавать. Одну пропустила, это сам не туда тыкнул, да, вот, правильно. Я ребра жесткости. Я понял, не учла. Не то, что не учла, я никак не могла это иногда попасть, что там они один углубленный, другой выпуклый. Пуклый, выпуклый. Ну а вот так выглядит наш субстрат, который мы сейчас залили водой. У нас его получилось больше, чем достаточно. Осталось его остудить. Ну а теперь мы будем насыпать наш готовый субстрат вот в наши готовые террариумы. Опа. Прикольно. Так, а здесь я не делала, да? Веточку я не везде делала. Сейчас мы еще это отмерять 2,5 сантиметра. Но они там как бы норки любят рыть. Да, чтобы не доставал до этого. Ну, приблизительно так, наверное, да? Приблизительно так. Ага, вот так приблизительно. Он у нас еще влажный, поэтому создал конденсат. Вот так у нас получилось. Угу. То есть мы не доходим до нашего вентиляционного отверстия, чтобы не забивался субстратом. Будем надеяться, что нашим паучкам здесь понравится. Пересаживать мы их будем сейчас чуть-чуть попозже. И нужно еще им здесь будет поставить укрытие. А это будут домики для наших паучков новенькие. Все, он в домике. Возьми пинцетик. Выключили домик. Так, он в домике. Возьмите пинцетик. Ой, рубрика, рубрика, эксперимент. Так, пинцетик, паука. Так. Да возьми саму кормушку, нагни. Аккуратненько. Так, так, тихо, тихо, тихо. О, он туда побежал. Куда надо? Давай, зайка моя. Потихонечку, полегонечку мы выходим. Тихо. Давай, 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 твой новый домик. Опа, опа. Ой, ты умка какая. Ой, замечательно. И первый пошел. Так, сейчас мама поставим сюда домик. Как-то так. Я, конечно, понимаю. Домик полъемкости занимает. Да, домик большеватый какой-то, прям очень. Ну ладно, ничего страшного. Немножко попробуем его туда утопить. Опа. Ты в краешке-то дави. Не, ну все, я немножко. А что мы? Его вода выталкивает. Нормально, все. Так, первый есть. Где у нас крышечка? А где крышка? Крышечка. Да оставляй так, ночью и меньше шарахаться будем. Угу. Нет, все, нажми паузу. Ты же его размачивала, куда ты его еще больше? Ну, я горячий его промывала, а это чтобы паук потом мог пить. Так. Ого, а это уже так не поместится сюда. Так, это кто? Это у нас белоколенчатый, да? С этим будет сложнее. С этим пауком будет сложнее. Тебе ее надо просто по-другому ставить. Тихо, тихо, тихо. Так, это мы убираем. Ты говоришь, паутины не плетут. Это не паутина, скорее всего, это уже пошел этот. Мох. Нет, о, не туда лезет. Плесень пошла. Значит, воды много. Не воды, видимо, может быть, это маленько. Так. Давайте. Да, как-то вот так вот. Вот так вот, аккуратненько. Я знаю, что тебе это не очень понравится, но нужно будет аккуратненько. Давай, 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 аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Нет, 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 не
Смотри, какую прямо. Кто смело выбежал? В обратную сторону. Давай, 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 жопы, жопы, жопы. Вот, разворачивайся. Тихо. Давай, 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 вот. Тихо. Нет, не сюда. Давай, давай, почти. Еще чуть-чуть. Давай. Опа. Все, все, я тебя больше не трогаю, успокойся. Так, где у нас домик? Домик для суперпаучка. Так. Да ладно, ничего страшного. Так не придет, ничего должно было быть. Я ничего не говорю, он еще маленький, он на меня, конечно, не нападет и не укусит. Но все-таки. Но все-таки. Так, есть. Можно на паузу нажимать. Опа. Ох, этот страшнее паук, этот больше. Ты домик пинцетом только вытаскивай. Естественно, что я не буду вытаскивать его руками. Я жить хочу. Тихо, тихо, не бойся. Давай. Нет, 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 только не в эту сторону, пожалуйста, у меня здесь. Не надо, не, Андрей, не давай, я возьму. Не надо, не надо. Просто все... он к тебе туда, к руке. Ничего страшного. Сейчас мы его... Он пошел на выход. Сейчас мы его развернем. Вот так. Давай, 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 давай. Только не счесывайся, ничего, пожалуйста. Ой, ой, мать моя женщина. Не пугай меня, пожалуйста. Я сама тебя боюсь. Ну, ничего не видно. Потихонечку. Ладно, мы потом посмотрим. Вот такой ленивый. Тихо, тихо. Все, вышел. Так. Замечательно. Говоришь, домик в другую сторону. Да, как раз в ту, в какую он пошел. В ту, в какую он пошел. Это пинцетиком. Мне главное это. Не, лапки ему не заденешь. Не, не заденешь. А я не вижу, где он. Падай, все, он их берет сам. Ну все, он в домике. Вон он, домике. Вон он сидит. Чудо в домике. Чудо в домике. Ну вот мы их пересадили. Можно это самое выглядеть. Хэппи-энд. Хэппи-энд, да. Да. Пауки уже обследуют свою новую территорию. Так, у нас получается вот это вот. А его плохо видно сейчас. Это Ваганс. Брахипельма Ваганс. Черный паук, в принципе, и у него брюшко с такими оранжево-красноватыми волосками. Это белоколенчатый паук, это гинекулята. Так, парахибаны гинекулята. А вот это самый маленький, который у нас спрятался в домик, это парахибана... Нет, это не парахибана, это у нас... Сейчас скажу, как правильно он называется... Правильно, это Лосиодора парахибана. Вот. Для меня название латынь – это прям беда какая-то, потому что вот это вот у нас антоскурия гинекулята. Ну, я их называю просто гинекулята, это у меня просто Ваганс, а тот у меня просто парахибана, то есть так проще. Куда-то он у нас полез, что-то у него интересное на брюшку. Точечки такие какие-то на брюшке. Будем надеяться, что так и должно быть, что это ничего такого сверхъестественного. Какие у него эти... Смотрите, какие у него клыки. Я так растерялась, что я забыла, как они называются. Целесхеры. Это то, чем он ест. С ума сойти.
Я первый раз вижу, вот, что они такие огромные, потому что паук сидел в маленькой емкости, и рассмотреть его было, в принципе, проблематично. Ваганс у нас такой самый считается большой из наших пауков. Вот этот вроде как бы должен быть побольше. Так, спрятался. Не хочет хелицеры нам свои показывать, зато показывает нам наш свое брюшко. Вот он, вылез, вылез. Лосиадора парахибана наша, смотрите, подняла как лапку. Так, да, через пластик не очень хорошо фокусируется. Тоже бы посмотреть. Но паучок достаточно маленький еще. Третья линька где-то у него была. Посмотрим, как он сейчас будет расти. У тех паучков где-то линька пятая, вроде бы сказали. Хочется прийти к...